Вы смотрите программу «Грядки в порядке». В студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Добрый день. Сегодня продолжаем говорить о том, какие работы мы в июне проводим на наших дачах. И сегодня уделим особое внимание саду. Мы все ждем лета. И горожане, и сельские жители, а и дачники ждут его вообще с особым нетерпением. Ждут хороших деньков, хорошей погоды, потому что понимают, хоть и дел много, но все равно ждут, чтобы помочь своему саду, своим ягодникам и получить хороший урожай. В июне в саду дел много, потому что именно в июне идет самый активный рост и развитие и плодовых деревьев, и кустов. Ведь вы посмотрите, они дают прирост, дают новые побеги, завязывают вот эти завязи, которые получились из цветущих растений. В этом году цветение было очень активно. Мы все с вами радовались тому, что будет урожай и яблок, и груш, и сливы, и вишен, и смородины все перезимовали прекрасно. Но, вы знаете, хочу сказать, что если не будем помогать нашему саду, не будем проводить различные работы, то урожая мы не получим. И в первую очередь, конечно, помогать нужно с поливами, потому что часто растения, если не получают поливы, они начинают сбрасывать завязи. И вот мы радовались тому, что буйное цветение было, что появилось много завязей, и вдруг мы приходим, смотрим, под ягодными кустами или под деревьями лежит очень много падалец. Ну, думаю, ну, растение просто не может потянуть вот этот такой урожай. Дело в том, элементарно, что растению просто не хватает должного полива. Часто смотрим на деревья, которые растут в городе. Я тоже обращаю на них внимание и думаю, ну здесь ну, никакого ухода, совершенно. Никто их не обрезает, никто их не поливает, не кормит. Но я так задумалась над этим и поняла, что эти растения, эти деревья выживают, наверное, не благодаря, а вот вопреки. Часто растут вдоль дорог. Какое движение у нас? Сколько выхлопных газов? Сколько всяких канцерогенных веществ? Поливаются не только от осадков погодных, да, условий, но что делать? И я думаю, что они ежегодно хорошо плодоносят, потому что они просто не вызревают полностью. Мы, горожане, не даем урожаю вызреть. Ведь посмотрите, растет, стоит дерево, растут яблоки или вишни. Детвора обносит их еще полузелеными, незревшими, не успевают яблоки ни наливаться, ни дойти до своей кондиции. И поэтому растение, оно как бы не тратит, наверное, свои силы полностью. Ведь у нас же дома мы вызреваем. Срывают яблоки полностью на дереве, мы срываем уже зрелые плоды. А в городах, как правило, полузрелые, недозрелые, зеленые обносятся вместе с ветками и с листвой. И получается, что сад наш сейчас в июне месяце вот закладывает основу урожая. И чем будет лучше уход и погодные условия, тем больше надежда на хороший урожай. Но, согласитесь, на погодные условия нам как-то надеяться не очень приходится. Погода очень нестабильная, то похолодание, то жара, все сменяется как-то совсем непонятно. Часто МЧС даже нас предупреждает, что такие сильные ветра, поэтому завязи опадают от такого ветра очень быстро. Рассчитывать нашим деревьям приходится только на нас, на наш с вами уход, потому что на погоду как-то не очень рассчитываем. Уход – это мы с вами, это наши руки, это наша забота. И в первую очередь, конечно, растения нуждаются в июне месяце в сильном, хорошем поливе. Наталья Викторовна, кормим ли мы растения и как правильно это делать? Обязательно кормим. И очень хорошо, когда мы проливаем растения, деревья, кустарники, совмещать полив с подкормкой. Очень удобно, и растению будет от этого только польза. Когда мы проливаем растения, можно заодно развести в воде и органическое удобрение. Это навоз 1 к 10 разводим обязательно, чтобы не обжечь корни. И разводим птичий помет 1 к 20 и проливаем под приствольный круг. А что такое приствольный круг? Это проекция кроны. Вот, какое у вас дерево? Какая у него крона? Вот, опустите вот туда вертикально, как бы на землю, такие линии, и вот такого размера будет ваш приствольный круг вашего дерева, корневая система. Там располагается, вот в этом приствольном круге. И если вы развели одно ведро удобрений, пролили приствольный круг и считаете, что вы дерево подкормили, вы ошибаетесь. Одно ведро удобрений будет достаточно молоденькому деревцу, которому 2-3 года. Если вашему деревцу лет 10, значит, вам уже понадобится подкормки 2-3 ведра.
А если дерево у вас вообще старше, там, 10-20 лет, часто ведь встречаются на дачах большие старые деревья, то уже все и 6, и 7 ведер нужно вылить в приствольный круг для того, чтобы по-настоящему накормить свое дерево. И, конечно, не забывайте о поросли. Вот мы с вами смотрим сквозь пальцы на все это. Ну, подумаешь, поросль растет под вишней, под сливой, под грушей. Но если она нас так с вами напрягает, мешает нам косить, убирать, мы уж берем секатор, подходим и возле земли срезаем эту поросль. И делаем мы совсем неправильно, потому что этим мы только способствуем росту новой поросли. А делать нужно по всем правилам. И делать нужно так, чтобы, ну, это, конечно, достаточно трудоемко, вы должны от этой поросли разрыть землю и понять, откуда она растет. И вот оттуда, от корня, отрезать ее не с поверхности грунта, а именно от корневища, от которого она растет, не оставляя пенька, и заделать вот эту свою бороздку, которую вы сделали. Вот тогда поросль не будет мешать дереву, не будет тянуть из него силы, соки, то, что ему полагается на формировку плодов. А вот так надо вырезать, конечно. В общем, кормим, и можно чередовать подкормку органическим удобрением, минеральными. Минеральным — это комплексное удобрение. Можно взять и кемиру, и нитрамофоску. Можно развести их в воде и точно так же полить приствольный круг. А можно сделать в приствольном круге такую бороздку, засыпать туда, ну, на погонный метр где-то 50 грамм удобрения, а потом хорошенько пролить свое деревце. И очень хорошо скошенной травой мульчировать приствольный круг. Во-первых, не испаряется влага, меньше растет травы под деревом. И дерево от этого только хорошо сохраняется тепло и влага. Наталья Викторовна, очень часто наши сады подвергаются набегам со стороны вредителей. Как мы боремся с ними, как мы боремся с болезнями, чем обрабатываем наши плодово-ягодные деревья? Вы знаете, чаще всего вредят яблоням, это яблонная плодожорка, это самый такой основной вредитель яблонный. И борются простыми способами, стараются уйти от химии, делают лучше пояса на дерево. Различные светоловушки устанавливают в кроне деревьев. Берут баночки с прокисшим соком, или компотом, или вареньем, раствор меда, чтобы привлечь на вот этот запах, как ловушку такую специальную сделать. Развешивают эти баночки, и туда слетаются вот эти бабочки яблонной плодожорки. Берут клей, который не замерзает, не засыхает, и на пергаментную бумагу его наслаивают, и этой пергаментной бумагой оборачивают ствол дерева. Вот так борются с яблонной плодожоркой. Но уж если пошли другие вредители, можно взять 2 столовые ложки мочевины на 10 литров воды и опрыснуть свое дерево, свой куст. Это и подкормка, и борьба с вредителями и болезнями. И растения будут от этого только хорошо. Ягодные кусты, как мы ухаживаем за ними? Кустов тоже всегда на даче много, но какая дача без смородины? Растет у нас и белая, и черная, и красная, и крыжовник, малина, жимолость, облепиха. И за всеми, конечно, тоже нужно ухаживать. И обязательно нужно их проливать. Я имею в виду, когда стоит сухая погода. Когда дожди, понятное дело, что мы не поливаем. Этого достаточно будет полива дождевой водой. Но когда сухо, будьте добры, поливайте. Иначе ягодники сбрасывают ягоды. Даже если ягоды остаются на растении, они не набирают своей крупности. Они не становятся такими большими, как бы мы хотели. Они мельчают. И урожай совсем другой получается. Поэтому проливаем. И кормим то же самое. И я говорила о том, что или настой коровяка, или настой птичьего помета, пол ведра достаточно под ягодный куст пролить, чтобы его накормить. Точно так же и крыжовник кормим, и жимолость кормим. То есть растения обязательно, ягодники нужно кормить и проливать. Особое место занимают в наших садах малина и земляника. И как правильно ухаживать за ними, чтобы получить хороший урожай? Я много сегодня говорю о поливе и делаю акцент на это, потому что сейчас идет закладка и ягод будущих, и плодов, и фруктов. Поэтому, конечно, поливать нужно обязательно и малину, и землянику. А малина, я хочу вам сказать, она очень благолюбива. Она, если сравнивать и с овощными культурами, которые очень любят влагу, она будет схожа с капустой.
потому что очень любит влагу. И вы знаете, вот если сделать такой эксперимент, вот участок малины не поливать, а этот поливать, то урожай на участке, который регулярно поливался, заправлялся влагой, вырастает в 10 раз. Не в 2 раза больше ягод соберете, если будете поливать, не в 3, в 10 раз. Понимаете, малина настолько отзывчива на влагу, ну, конечно, отзывчива она на то, чтобы ей удаляли поросль. Это корнеотпрысковое растение. Она зарастает вот этой порослью очень и очень быстро. И получается, что осенью мы уже в малинник не можем даже с вами зайти, потому что вот это упустили, появилась поросль, которая забирает у основного куста все питательные вещества. Поэтому вырезаем обязательно поросль, подвязываем малину, чтобы солнцем освещались ягоды, иначе тоже будет густота сильная. Солнце туда не попадает, ягоды не получают света и вообще не завязываются там, где густо. Поэтому с малиной обязательно вот поливаем, подвязываем и удаляем поросль. А земляника, ну, наверное, самая любимая ягода детей наших. И всегда выращиваем несколько грядочек земляники. Обязательно есть у каждого на грядке. И в июне месяце у нас земляника начинает созревать. Обязательно мульчируйте грядки скошенной травой. Косите газон раз в 2 недели. И эту траву обязательно подкладывайте на грядки, под кусты земляники. Не один раз это делайте, а постоянно, потому что трава, она очень быстро увядает и оседает. Поэтому делать это нужно регулярно. Ягоды будут чистые, они не будут соприкасаться с землей, не будут болеть. И, конечно, усы. Она созревает и активно очень размножается. Усы идут в разные стороны. Поэтому обязательно удаляйте усы. Кроме тех, которые вы хотите оставить на будущую рассаду. Вот хорошее растение, вы видите крупный куст, хорошие ягоды. Вот один ус, одну розеточку можете от этой ягоды оставить. И хочу предупредить, что кормить землянику не старайтесь очень много. Достаточно вашей земляники, вашей грядки получить 2 подкормки за сезон. Одна из них уже должна была быть сделана вами в начале цветения. А вторую подкормку вы сделаете после сбора урожая. Некоторые стараются кормить часто. Этого делать не нужно, потому что частое кормление вызывает активный вегетативный рост, а ягоды плохо закладываются. И если вы не докормите свою землянику, то ягоды вы получите, пусть может быть не так много, но если вы ее закормили частыми подкормками, то ягод вы можете практически даже и не дождаться. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши советы. Я надеюсь, что сегодня благодаря им наши телезрители наметили для себя основной фронт работ в саду и в ближайшее время засучат рукава и сделают все, как вы рекомендовали. Я хочу сказать, что работы, конечно, много и в саду, и на огороде, но обязательно найдите время и для своего отдыха. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на вашей даче.